В семействе Верной 4 дочери на выданье. Как зовут жениха? Чоу, Пьер, Поль, Линь. 3 дочери. Рашид, Абдул, Мохаммед, Бен, Асен. 2 дочери. Давид, Морис, Исаак, Бенишу. Улыбочку! Кто там такой мрачный? Не двигаться? Чем мы прогневали Господа Бога? Пригласим всех на Рождество. Как это к твоим родителям? Избегаем опасных тем. Израиль, Далай-Лама, Паранджа. Джеки Чан и Арафат будут? Каддафи, Энрико Масяс, Брюс Ли и Равин. И ни слова о нашей сборной по футболу. Если отмочат шутку про евреев, просто забей. Если кто проведет параллель между числом иммигрантов и преступностью, ты просто молчи. Если начнут китайцев стебать, мне что делать? Улыбайся. Ну да, я же китаец. Ты глянь, грамотно тестю залезнул, падла. Я тут думал о вашей младшенькой. Может, ей стоит подыскать католика? Я выхожу замуж. Он католик? Да. Радость-то какая. 10 минут опоздания, уже ясно, что не китаец. Ущипни меня. Это Шарль. Три метиса и черный. Родаков ждет Фукусима. Французы подлые и тупые. Пусть только вякнут хоть слово против черных. Я их размотаю. Живет тут как король и еще морду воротит. Хоть бы раз могу побыть клевым. Я че, негр с пачки Uncle Ben's? Безумная свадьба. У них родятся такие славные метисики. Чем же мы так прогневали Бога, Клод? Это ужас какой-то. Кошмар. Вы помните реакцию вашего парня, когда он первый раз увидел вас голой? Мать моя женщина! Еще? Ага. А последний раз помните? Я опаздываю, мне надо в душ. Прям бесит все. И непонятно, как вернуть нашу страсть. Эй! Ё-моё! У меня идея. Давай займемся сексом и снимем это на видео. Гениально! Твоя самая лучшая идея! Привет! Добро пожаловать на вечеринку Энни и Джея! Любимый, сотри эту запись. Сотру, дорогая. Только не забудь, ладно? Не забуду. Ты весь мокрый. Да. Клевое видео, спасибо, хо-хо. Привет! Добро пожаловать на вечеринку. О, черт. Энни и Джея. Привет! Добро пожаловать на вечеринку. Привет! Добро пожаловать. Дорогой, мне показалось, или это наше... Ты знаешь iCloud? Блин! Значит, вместо того, чтобы стереть нашу порнушку, ты разослал ее по всем айпэдам, которые мы подарили друзьям? Гипотетически, да. Моей маме. Робби. Моему боссу. И почтальону. Айпэд почтальона? По случаю Нового года. Мы должны немедленно забрать все эти айпэды. Эй, я же играю! Оно загрузилось, ушло в iCloud. А ты не можешь вытащить его из iCloud? Никто не знает, как это сделать. iCloud — это чертова мистика! Ну чё, повеселимся? Привет! Кто трахается 3 часа подряд? Столько идет фильм «Линкольн». Вы что, протрахались весь «Линкольн»? Я отвлеку босса, а ты найдешь этот грёбаный айпэд. Да ладно. Нет, нет! Фу! Сири? Как делать искусственное дыхание собаки? Домашнее видео только для взрослых. Меня покусала сторожевая собака. Помоги! Только не лицо, не лицо! А ты в это время нюхала кокс со своим боссом. Вообще-то я отвлекала его. Ты отвлекала его кокаином? Это что, типа фильм «Лицо со шрамом»? В этом году очень тайное сообщество впервые допустило к себе съемочную группу. Группе была обещана полная неприкосновенность. Пристань, пристань! Вот что они увидели. Мыть посуду должен дикон.
Стрелочка здесь уже лет 5 висит. Я для кого графики рисовал? Ты крутой парень, но у всех должны быть свои обязанности. Ну, спасибо, что ты признал меня крутым. Он не об этом, ты совсем да. ничего. Собрание про квартиру, а не про то, какой ты крутой. Три вампира в одной квартире – это, конечно, довольно напряженная ситуация. Яго у нас Дэнди из 18 века. Рисрактяшка! Владислав немножко извращенец. Это моя пыточная. Дикон – это наш юный бунтарь. Я должен за хату платить, а я не буду. Такая проблема. Вампиры физически не могут войти без приглашения. Пригласите нас в бар, пожалуйста. 5 баксов и на здоровье. Да пригласите нас! Нам нужна свежая кровь. Здрасте, меня зовут Ник, я вампир уже 2 месяца. Ушибало, мой друг, он нас пригласит. Господа, добро пожаловать. Ник у нас просто офигенский. Я вампир. Вампир, вампир. Да он отмороженный. Ты можешь заходить через дверь? Специально к нам внимание привлекаешь. Так за вами же целая съемочная группа таскается. Ты впустил в дом охотника за вампирами? Никого я не пускал, по интернету списались. Да я уже мертвый! Так, нельзя есть этого оператора, можно этого оператора. Нападай, ногами. Какого ты творишь? Эй, не матерись, наш девиз. Оборотни не матерятся. Реальные упыри. Да вампиры вообще всегда очень сексуальные. Скоро в кино. Я мечтал забыть вас, как страшный сон. Расслабьтесь. Мы вернулись. Дамы, всем глубоко насрать, что вы вернулись. Но удача наконец повернулась к вам передом. Теперь наш департамент вливает кучу бабла, чтобы эта программа продолжала жить. Одна проблемка. Узкоглазые выкупили церковь обратно. Так что вы переезжаете через дорогу в дом 22. На той же улице. Вы дебилы. Отправитесь в колледж. Охренеть. Ядрить, сортиры общие. Пипец. Я вообще не смогу посрать, пока мы здесь. Предлагаю осмотреться, прошвырнуться по классам, пробить наркоту и вычислить дилера. Это мы, старпёры, или в колледж набирают одних молокососов? Чш. Мы вообще-то тут учимся, так что выключите громкость да заткнуться. Такая громкость устроит? Загни хлебала, тварь. А вы вообще что здесь забыли? Здесь вам не дом, престарелый. White boy wasted. Напарники навсегда. Снимаешь тёлок и бухаешь. Неужели так сложно? Вот только не надо меня сейчас тискать. Drunk stagger, drunk swagger, I don't rap good, don't matter. Мы адски крутые копы. И ты сейчас жопой это почувствуешь. Mm-hmm. Самой дырочкой. Мачо и Ботан 2. Нам нужен профи в этом деле. Послушайте, мистер Уолтерс, я должен извиниться. За то, что пенис мне отхерачил. Не парься. У меня теперь вагина. И теперь я на... Я сучка Эрика. Не слушайте его. Я сучка твоя! И ты хочешь меня трахать? Боже. Привет, Эрик. Энтони, мне кажется, никто меня не понимает. Да брось, ты супер. Ты так думаешь? А какая у тебя аппетитная попка? Что? Что? Хватит ныть. Достало уже. Да иди ты. Не лезь ко мне. Жизнь Александра сплошное несчастье. Зачем Эллиот разослал мои отфотошопленные фотки всей школе? Ну приветик, качок. Мой учебник. Не, ну нормально. Жизнь его семьи просто прекрасна. Я иду на собеседование в одну игровую компанию. А мне пророчат пост вице-президента Лоун Хилл Пресс. Вот завтра получу права, и считай, все мечты исполнились. И я весь в шоколаде. Но один день может все перевернуть. Вам вставать не пора?
Ему подгузник надо поменять. Я только фен возьму. Мам, закрой дверь! Прости! Ребята, готовы вас увидеть. Держи. Мы удивились, получив ваше резюме, потому что мы молодые, а вы... Старше. У него весь рот зеленый. Он не ядовитый. Ну, надеюсь, не ядовитый. Я буду принимать экзамен. Это моя девушка, хочет обсудить выпускной. Но за рулем брать трубку нельзя. Выпускной — это святое. Да, Селия? Положи телефон! Живо! Это нечестно было! Вон отсюда! Не сдал, видимо. Этот день проклят. Не пытайся переложить вину. Это она все! Мне плохо! Думаешь, тебе? Да я не виноват! Что? Я думаю, нам нужны плохие дни, чтобы еще больше ценить хорошие. Поверьте, уж я-то знаю. Мы не позволим этому дню сломить нас. Готовы, Куперы? Да! Молодец, громила Ральф. Отлично! Не на того напал! Это что, пиратская блуза? Она самая. Зачетно, брат! Огнетушитель, нужна помощь! А руки вот они! Вообще огонь! Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день. Вы не представляете, какой у нас тяжелый день. Мисье, вы меня слышите? Поехали! Быстрее, давайте! Когда ему стало плохо? 40 минут назад. Ничего не понимаю. Да вот же, смотрите, пятно. Огромное пятно вот здесь. Наверняка что-то страшное. Это нижняя часть диафрагмы. Купите уже очки, черт возьми. А прошу! Вы кто такой? Из какого отделения? Нет, я же не доктор. Да это же пациент. Дмитрий, я очень серьезно болен. Кто впустил эту тварь? Выйди. Да, но я же помираю. Выйди из моего кабинета, ура! Прошу прощения. На чем мы остановились? Постоянный стресс, да? Можно я у тебя сегодня переночую? Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Дмитрий. А, чё? Ты чё, обупел? У меня болит голова и немеет затылок. Чё случилось? У меня кровоизлияние в мозг. Для кровоизлияния в мозг, как минимум, нужно иметь мозг. Как дела? Ничего, только вот что-то простыло. Если он ипохондрик, ему психолог нужен, а не врач. От чего ты собрался его лечить? Неприятно, а? Да, есть немножко. От самой страшной болезни. От одиночества. У него появится баба, и он оставит меня в покое. Ты мужик, понял? Да. Эта баба тебя хочет. Меня все хотят. И побольше тестостерона. Ага. Я смотрю, вам лучше. О. Твоя сестра – женщина моей мечты. Я ударю тебя. Нет, не волнуйтесь, все хорошо, я врач. Это мой пациент, это осмотр. Сколько с меня? Это я, Фрэнк. У меня сегодня день рождения. Но мой начальник сделал мне предложение, от которого нельзя отказаться. Здравствуйте, я ваш... нянь. Это наша гостиная. По утрам малыш кушает какао с круассанами. Что нос повесил? Все шло хорошо, кроме... Привет. Одной маленькой детали. Иногда жизнь дарит великие ночи, и сегодня мы оттопыримся на днюхе нашего дружбана. Сюрприз! Вы что, больные? У вас мозги, что ли, прокисли? Я же с ребенком сижу. Знаете, что еще? Снотворим. Да вы совсем рехнулись. Надеюсь, дома все в порядке. Пацанчик-то в ауте. Не волнуйся ты. Парень хороший, положительный. Малой куда-то пропал. Ребенок, ты где? Надо найти карапузы, иначе мне кранты. Выгони всех и приберись, хорошо? Я без проблем. Считай, сделано. Не гнашись. Хлебать мой суп. Но это было только начало. Ёл, радиолы! Тормози! Это он, малыш. Тирион, прошу прощения. Боли жирай масса! Чувак, ну ты серьезно болен? Физическая сила! Стопы на хвост сели! Чикрак, я в домике! Наконец-то бой! Окончайте снимать!
Ну, по мне так все не так уж и плохо. Вали дороги! Сейчас все в порядке будет. Ой, прости. Я так рада, что мы переехали. Да, я тоже. Ты ведь знаешь, как я люблю тебя и детей, да? О, нет, он снова играет с воображаемым другом. Что ты делаешь? Не поможешь разобрать коробки? Тони говорит, не, нифига, я тебе не раб. Мне кажется, или его друг чернокожий? Мы только недавно переехали, я подумал, может, ты включишь нас в список своих клиентов? О чем ты? Ну, типа, стрижка газонов, прополка. Ты это серьезно? Я вообще-то живу тут. Какого? Опять та же хрень. Я спрячусь, а ты должен найти меня до 3 часов. Ага, попался. Какого? Чего ты хочешь? Тебя меня не убить! Чем ты это сделал? О, нельзя, Господи! Же так кидаться на братьев. Ну уже, детка. Блин, ну не знаю, похоже, он боится входить в дом. Заходи, Шулер младший. Не знаю, что это такое. Звони 911, скажи, что пес белый! Скажи, что пес белый! Погодите! Тише! Это мой кузен! Кузен! Нужно позвать священника и провести обряд экзорцизма. Я знаю одного. Правда, у него нетрадиционный подход. Приступ! Чего? Элевиста хочет мохито. О, у черного парня пушка. Окей! Ассоу! Нужно жертвоприношение. Что за чертовщина? Ты хочешь избавиться от демона? Как и твое здоровье. И твое. Все, что тебе нужно, это впустить их. Ты имеешь в виду демонов? Хуже. Кардашьян. Они добрались до Ламара. Они добрались до Канье. Нет. Они придут и за тобой. Ой, смотрите, лед! А зачем такая глыба? Иначе растает. Лед везут с другого конца страны, из Бостона. Там... Ну почему у нас все через задницу? Дикий Запад – ужасное место. Буквально каждый хочет вас убить. Бухие соседи, голодные звери, злобные бандиты и даже лекарь. У нее была заноза, но медицина бессильна. Я приветствую нового члена нашей общины. Милости просим в наше захолустье. Что не год, новые трупы. Ого! Замрите. Новые трупы. Да, новые трупы. Сегодня кто-то из вас умрет. Пожалейте, у нас первая ночь. Ты победишь его на дуэли и станешь героем. Да ты что, он же лучший стрелок во всем городе. Я помогу тебе. Ну все, я поехал. Слушай, ты же пьян, не садись в седло. Целься. Смотри, сейчас я разрежу обойму в твоей баночке. Да ну тебя. Да, я лучший. Правда, никогда не видел. Чувствую, меня ждет сюрприз. Ладно, готов. Я тебя найду, Старк. Накла, тенаджа и меко. Ага, тена аште. Мила кунис, мила кунис. Тайджонс, некле. Чача, танчо? Уште, тасче, гоуте. Выглядишь восхитительно. Последний писк моды в вашем городе – необъятная задница. Если бы я был черным, ты бы сразила меня прямо на повал. Миллион способов потерять голову. Может, в нашем городке не так уж и плохо. Эй!
Молодые люди, прошу, эликсир бессмертия. Офигеть. Что же у нас с тобой все через зад? Да ты о чем базаришь? У нас с тобой все просто зашибись. Это вы снимались в рекламе? Ну да, я. У меня. У меня. У меня. Генитальный герпес. Ну и что такого? Эй! Не кидайся так на черных, бро, мы это не любим. Кем будем на вечеринке, копами или привидениями? Привидением не хочу. Будем типа копами. Нас все принимают за реальных копов. Полиция, стоять! Воу, это было круто. Опаньки, че это тут у нас? Офицер, это... Это шутка? Блин! Может, нам пора остановиться? Где ты это раздобыл? На ИБЭ? Это же незаконно. Да не. Нет? Ну... Нас могут за это посадить. Внимание всем патрулям. Бытовая ссора. Да. Нет. Да. Нет. Нет. Нет, не трогай. Три девушки, стой. Около 20 лет. Возможно, состояние опьянения. Это другое дело. Ты чё? Виноват. Полиция, открывайте! Слава богу, это вы. Да, слава богу, это мы. Это мои соседки-студентки. Студенточки? А, нет! Это чё за... Перестаньте! Да пошли вы все! Спокойно! Отвали! Контролируй ситуацию! Вот так вот вам! Вот так вот нам! I don't think they're ready for this one.